Друзья, всем привет! Меня зовут Засыпкин Михаил. Я являюсь экспертом по испытаниям компании Сингента. Сегодня 20 июля. Я нахожусь на поле кукурузы в агроцентре Самара. Чуть больше месяца назад, а именно 13 июня, мы на этом участке поля произвели гербицидную обработку гербицидом Милагро Плюс в дозе 1 литр на гектар. Расход рабочей жидкости у нас составлял 200 литров на гектар. Обработку производили в безветренную погоду при температуре воздуха плюс 19 градусов. Давайте теперь посмотрим, в каком состоянии у нас находятся посевы. Хочу показать вам контрольный вариант сначала, где мы не применяли гербицидную обработку. Посмотрите, как он у нас зарос. Основной преобладающий сорняк у нас это здесь вот куриная проса. Вьюнок полевой. Вот у нас марь. Также очень много вот у нас щирицы. Сорняк весь переросший. А также мы видим, как сорняк у нас угнетает культуру. А теперь посмотрим у нас участок, где мы применили гербицид Милагро Плюс в дозе 1 литр на гектар. Это вот участок справа от контроля. Вот он. Смотрите, у нас посевы абсолютно здесь чистые. Сорных растений нету. По сравнению с контрольным вариантом, который весь зарос. Друзья, в следующем своем видео я хочу вам показать, как будут отличаться початки варианта, где мы применили гербицид Милагро Плюс в дозе 1 литр на гектар, и по сравнению с контрольным вариантом, где мы гербицид не применяли. Чтобы не пропустить данное видео, подписывайтесь на наш канал, а также вы можете подписаться на нашу демо-площадку, на посещение нашей площадки, где можете увидеть собственными глазами. Всем спасибо, всем высоких урожаев, всем удачи!